В Армении правительство будет выдавать по 100 долларов семьям, в которых родится третий ребенок. Все бы ничего, но армянский политический обозреватель Тевос Аршакян дал ответ Николу Пашиняну и на эту инициативу армянского правительства. Как передает Ахарас, по словам Аршакяна, Армении и армянскому народу уже ничего не сможет помочь. О каких семьях с трех и более детьми можно сейчас рассуждать, когда и одного во многих ячейках общества заводить не желают молодые граждане Армении? Да и в целом, сейчас нашу молодежь интересует не брак, не семья и не рождение ребенка, даже одного, а всего одна мысль, как поскорее уехать из Армении. За последние 4 месяца только у меня около десятка знакомых молодых людей, парней и девушек покинули Армению навсегда. Целые села на границе с Азербайджаном у нас опустели. Их жители разъехались кто куда, но большая часть – в Россию. Молодые армяне там, в России, будут создавать свои семьи, но никак не в Армении, где они не видят светлого будущего не только для себя, но и своих детей. В стране нет работы. Нет никаких перспектив, молодежь бежит отсюда сломя голову. О какой новой стратегии улучшения демографической ситуации в Армении на ближайшие годы говорят в правительстве? Тевос Аршакян также предоставляет доказательства того, что все приграничные с Азербайджаном армянские села практически пустуют. Все покинули свои дома и уехали. Люди не желают, чтобы их сыновья погибали в войне. Жители этих сел знают больше, чем мы. И они понимают, что все эти территории будут переданы азербайджанской стороне. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.